Давай, Мишаня, жарь этого бегемота. Что-то дядя Ваня, смотри, он даже не напрягается. Он один раз кинул и все, каску снял. О, что там такое? Летающий кирпич! Это птица, это самолет. Нет, это опасный летающий кирпич. Там на том конце тоже дядя Ваня, видимо, какой-то. Летающий кирпич появился, я в шоке. Что, у нас пока прилетело всего парочка кирпичей. Не страшно. Надеюсь, они оптом тут не полетят потом. О, только сказал, блин, два штуки уже полетело, по два. О, а чё он такой маленький? Ну-ка, давай посмотрим. Ведро с рыбой! Целое ведро зубастых сюрпризов! У нас пиранья оттуда что ли будет? Вон... как много! Я не знаю, они просто убиваются, короче, об воду и пипец. Сейчас нам будет хана, чувак, заряжайся скорее. Блин, что за жесткий лазер у него? Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем проходить игрушку Swamp Attack. И сегодня у нас будет последний видос, последний босс, и на этом будем считать игру пройденной. Я знаю, что есть у нас испытания, которые я, к сожалению, проходить не собираюсь. Итак, ребятки, мы отправляемся на 8-й уровень последнего эпизода, и здесь нас ждет вот такой гипопотамчик. Ну, посмотрим, что ты будешь делать у нас, гипопотамчик. Мускул называется уровень. Так, ну-ка, давай посмотрим. Бегемот. Такой сильный, что может разрушить дом. Берегись его молотка. Да у него не молоток, у него киянка. Киянка-то не такая страшная, как молоток. О, идет, смотри, чувак. Наверное, подпустим его к дому. Я хочу посмотреть, что он делает у нас. Блин, не дошел, мужики, вы что творите? О, Рэмбо вылез. А что у тебя каска неправильная? Может, все-таки бегемотика одного подпустим к дому-то? Да блин, они не будут доходить, короче, бегемотики-то. О, кто-то там на дне у нас Рэмбо всплывает медленно, на тебе. Бегемотики, подходите, я вас жду, блин. А, нечаянно выкинул. Совершенно случайно. О, у нас свиньи полетели. Блин, как вас много, свиньи. Вам, наверное, батарейку надо, стопудово, чтобы вас немножко хоть затормозить, и Рэмбо из воды у нас лезет. Где ты там? Уходи! Вот он. Ой, блин, еще в каске. По-моему, занырнул, да? Да, смотри, плавает. Ты бескасочный, давай! Ну, а тебе. Фух, наконец-то, вынырнул. Так, опять вертолетчики, но у нас батарея сдохла. Похоже, ребятки, не посмотрим, что делает у нас вот этот бобер с молотком. Ну и ладно. Дальше он, по-моему, в каске там у нас идет. Ну-ка, как вы на рояль реагируете? О, нормально вообще. Такие здоровые, а рояль их убивает с первого раза. Может, они сильно подбитые были? Еще батарейка. Ладно, пусть идет. Нет, уже не идет. Сконцентрируемся на вот этих вертолетчиках. Если они все подойдут, это, конечно, будет печалька, поэтому всех-то нежелательно подпускать. Хотя бы одного. Чуваки, стреляйте туда, куда я стреляю. Пусть бегемоты идут. Пусть они дойдут. Ну как, бой, блин! О, один стопудово сейчас дойдет. Давай, давай, давай. Давай, чувак, иди. Да ё-моё, не дошел. Все? А, еще вот, смотри, плавает. Даже два. Ну что, теперь точно все. Да. Кстати, ребятки, я ж хотел перед тем, как стартануть на уровень, поменять нашего дедулю. Но у меня ж есть 400 тысяч монет, и разблокируем дядю Ваню. Так, теперь давай качаем. А, ну да, взять. Улучшаем. Так, 100 тысяч на улучшение у нас было. О, по максималочке. Ну, посмотрим, что у нас с лопатой. Чувак с лопатой. Мне писали, что вроде как он кирпичами кидается. Не знаю, давай еще минок прикупим. Кстати, у нас все равно бы разблокировался вот здесь. Я, можно сказать, зря потратил столько денег. Блин. Короче, я буду проходить
те уровни, на которых что-то новенькое встречается. Типа, вот у нас, ну, наверное, такой же чувак, только в каске. Вот какая-то фигня непонятная. И уже на уровне с боссом встретимся. А пока что, ребятки, я отправляюсь в сольное путешествие, которое вы, к сожалению, не увидите. Ну что ж, ребятки, я дошел до 12 уровня, и здесь реально у нас бобер в каске, ничего удивительного. И, кстати, вот этот дядя Ваня, он очень крутой. Или дядя Вася, кто он там, я не помню. Сосед Вася, по-моему, был, это у нас Ваня. Он офигенно мочит кирпичами, при этом он еще и в ближнем бою долбит лопатой. Это самый крутой чувак. И он у нас появляется только перед самым последним боссом. Наверное, не зря. Надо было раньше его, наверное, разблочить. Но так уж вышло. А чё у меня, где все? Я чё, не купил, что ли? У нас, поди, сейчас еще босс в каске вылезет, нет? Может такое быть? Или просто вот эти чудики? Где твои кирпичи, чувак? Смотри, он даже не напрягается особо. Когда народу нет, он не парится вообще. Бам. Ладно. Блин, вот эту вот гадину надо валить, которая искрит там в толпе. А можно и подвинуть ее куда-нибудь за пределы карты. Ну-ка, ушли все. Ой, буренка. Ну, хоть без каски, то хорошо. Мужик, ну ты кидай давай, что ли. Правда, кидает он редко получается. Хотя нет, вроде нормально у него скорость. Просто я какие-то моменты выцеплял, когда он не кидает никуда. Ну что ж, хпшка наша уменьшается потихоньку, уменьшается. О, куда вы прям в дом залетели, чуть в окно ко мне не влетели. Там где-то у нас на дне тут кто-то. Выныривай давай, вот он. Бомбермен. Еще один. Давай, 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 давай. Блин, до босса еще мне тащиться и тащиться. Где там босс-то у нас? Уровней, наверное, через 7 будет. Это у нас 12. Да, наверное, на 20 уровне. Все, есть. Фу. Спасибо мужику с лопатой. А вот описание дяди Вани подъехало. Быстрый, сильный, крутой мужик с золотым сердцем. И парочкой кирпичей в карманах. И лопатой не забывайте, лопатой он тоже нехило мочит. Ну что ж, ребятки, очередное включение и 17 уровень с бегемотом в каске. Собственно, да, у нас два чувачка одинаковых практически. Один в каске, другой без каски. Нате, каску сразу сняли, смотри. Дядя Ваня молодец. Давай, Мишаня, жарь. Жарь этого бегемота. Что-то дядя Ваня, смотри, он даже не напрягается. Он один раз кинул и все, каску снял. О, что там такое? Летающий кирпич! Это птица! Это самолет! Нет, это опасный летающий кирпич. Там на том конце тоже дядя Ваня, видимо, какой-то. Летающий кирпич появился, я в шоке. Это, видимо, с этими бегемотами у нас кирпичик такой вылез. Ой, ё-моё, летит, мочи! Можно сбивать кирпичи, хорошо. Хорошо, что наши никто не сбивает. Где там? Опа! Я не знаю, что он делает, наверное, хпшки много отнимает. Это не точно. Мочи! Ё-моё, адская машина приехала. Ну-ка давай, уезжай назад. Вместе с бегемотами своими. Где там кирпич? А, промахнулся я. Как можно из дробаша промахнуться, блин? Кто там кряхтит? Это стопудово босс, он где-то рядом уже. Давай еще сюда. И рояль, наверное, скиданем. Говорят, бетономешалки, когда доезжают, они взрываются. Ну, собственно, логично, блин, опять промазал. Бам. Че, у нас пока прилетело всего парочка кирпичей. Не страшно. Надеюсь, они оптом тут не полетят потом. О! Только сказал, блин, два штуки уже полетело, по два. О, это да, разнообразие, конечно, появилось. Я думал, только каска будет на этом чуваке, а тут смотри, что, кирпичи летающие появились. Это какие-то бегемоты за кадром сидят и кирпичи там кидают вовсю.
Уезжайте, бегемоты! И заберите своих кирпичекидателей там. О, два штуки. Прилетело два! Ой, и как часто вы что-то зачистили со своими кирпичами! Идите в пень! Да, адские машины готовы. Чё, все, кирпичи не полетят, а то я уже готов их миниганом сшибать. Что это за байда такая? Какая-то ванна сверху спускается. Не знаю, может там раствор, хотя вроде по цвету вода, непонятно. Сейчас узнаем. Частный бассейн, серьезно? О, а чё он такой маленький? Ну-ка, давай посмотрим. Ведро с рыбой, целое ведро зубастых сюрпризов. У нас пиранья оттуда что ли будет? Вон... Как много! Ё-моё! Смотри, продырявили, уехала. Это все мы ванну эту загасили? Или она дырявая так и будет туда-сюда ерзать сейчас? Иди отсюда. Да, да что такое, она еще и в каске пока. Где ты там? Есть, не успела. Короче, пока она спускается, надо валить. Вали! Где твои кирпичи, чувак? Все, уделали. У нас в подарочке лежит свинский ролл. О, далеко, далеко. Ё-моё, успела все-таки выкинуть. Заряжайся, мужик, скорее. Загасили, короче, мы одну ванну, но это особого эффекта не возымело. Все, у нас закончились, короче, эти. Давай, больше дырок, больше дырок. Ну-ка давай из минигана. На тебе! Все, не успела. И по комарам тоже. О, по комарам вообще офигенно из минигана стрелять. У него разброс гигантский. Всех зацепит. Всех излечит, исцелит. Мой любимый пулемет. Миниган на комаров, конечно, это тупо, я понимаю, но... Зато прикольно. Ну что, давай, арбалетим и ванну вот эту. О, вас там много понаехало? Я смотрю, давай, наверное, еще тогда скинем этих штучек, крючок. Бам. Все, последний енот, да? О! Ну, ванны, конечно, это сюрпризец такой неплохой. Ну что ж, ребятки, я доковылял до очередного босса. И это последний босс в этой игре. Здесь у нас дальше скоро. Когда это будет скоро, непонятно. Возможно, даже никогда. Ну что ж, погнали, ребятки. 24 уровень последнего эпизода. Бригада по сносу. Ага. И что ты будешь носить? А-а-а, у нее миниган тоже есть. Ну давай, опять. Миниган против минигана. Кто кого? Уху. А если ядерную бомбу на тебя скинуть? Ну, бампнуло, конечно. Не, что-то миниган-то против минигана. Фигня какая-то, смотри, урона вообще практически нету. Че, почему? Почему? А нам, по сути, миниган-то эти развалить и все, наверное. Все, у меня закончились боеприпасы. Молотки опять полетели там. Так, давай, опа. Опа. Ну, сразу на два минигана. Хорош. Есть, один миниган уничтожили. Круть. Давай теперь до второго доберемся. Осталось-то совсем чуть-чуть хпшки. Давай, бам. Раз, два, три. Ёлочка, гори, блин. О, очередная ядерная бомба. Вот это подарчик. Бам. Все, босс, ребятки, повержен, но при этом... О, он лазером шмаляет. Серьезно, я сейчас сдохну, эй. Так, нечестно, может его затормозит вот эта штука. Блин, я на других-то внимания вообще не обращал. Смотри, что творит, а. У меня хпшки нету! У меня хпшка, все! Хотя бы подарочек приди, что ли! Ё-моё, кто там занырнул в воду? Кто там в воде? А чё, никого нету? А почему, смотри, никого нету? Что? Что это такое? Почему там никого нету? Опа. Подарочек! Батарейка. Ну ладно, батарейку давай. Они падают, но ничего не происходит. Как это так? А, там, наверное, комарики. Или что? Я не знаю, они просто убиваются, короче, об воду и пипец.
О, вот сейчас будет хана нам. Сейчас нам будет хана, чувак, заряжайся скорее. Блин, что за жесткий лазер у него? На тебе прям в глаз твой, зеленый. Чё ты такое-то? Ну, это какой-то строительный лазер, наверное, не знаю. Строительный уровень, но что-то лазер немножко не то назначение у него имеет. Что? Зачем ты это делаешь, чувак? А, заряжайся, мужик. Ну, каких-то других вариантов нету. Надо ждать, пока он зарядится. Блин, пипец! На. Всю обойму сейчас тебя зафигачим. Да! Я это сделал со второй попытки, блин! Мы замочили этого босса. Давай, Буль-Буль Караский. Кто это такой? Что это? Что это за рука такая? Скоро будет вообще новый уровень. Я не уверен в этом, чуваки. Пишите, что хотите, я в это не верю. Я воришку Боба жду уже, блин, год с копейками. И здесь у нас разрабы. Ну, конечно, смешные. Ладно, ребят, на этом сегодня закончим. Такой дождь получился по игрухе с Вомпа. Так, я ее прошел до конца, до того конца, который у нас имеется на данный момент. Если, конечно же, появятся уровни в ближайшем будущем, то я буду их проходить. А пока что, ребятки, ничего новенького здесь не происходит. Это у нас будет считаться последним видосом. И если он вам понравился, то ставьте лайки. Ну а с вами был Нобик. До новых встреч. Пока-пока. We'll be right back.